канале My Life. Я буду снимать свою пятницу, а сейчас у нас вечер, четверг, и я посниму вам совсем чуть-чуть вечер. Уже вечер, я пришла со школы, мы с Настей идем в магазин, будем покупать птичье молоко. Мы, короче, уже сходили в магазин, купили птичье молоко, идем домой к темному кипу. Темной улице. Я делаю. Сейчас я пойду убираться у себя на столе и покажу это вам. Себе вот такой вот чаек, и сейчас я буду делать уроки, а вы вместе со мной. Собирать шопер на рисование. Туда я положу альбом для рисования. Потом стаканчик. Надо его в пакетик положить. Кисточки, ну там у меня их больше. И пакет с красками, там их очень много. Там как раз и кисточки тоже. Вот все сюда вот. Стаканчик. Кисточки. И все, мой шопер на рисование собран. Вечер, я сейчас пойду в душ и буду уже вам снимать свою пятницу. Привет, у нас уже утро. 7:18, я только что проснулась. Сейчас пойду умываться и покажу вам. Мне не завтракать, ну или позавтракать чуть попозже. Сейчас я буду одеваться. Сейчас я буду одеваться. Оделась, сейчас буду расчесываться. Сейчас идем на рисование, на остановку, а потом на рисование. Там Полина снимает, идет, снимает. Меня тоже, кстати, сняла. Идем на остановочку, автобусик ждать. Сейчас пойдем уже на рисование, мы на автобусе приехали. Полина!
рисует. Даша нарисовала вот такую уточку. Там это плохо видно. А я нарисовала привидение, а только я его забыла. Ну ладно, ничего страшного, потом заберу. Во вторник. Там вон дети футбик играют. Там не видно сильно. Сейчас покажу. Вокзал, потому что у нас, короче, автобус, мы неслись, ну, блин, там снимает, вот Даша ходит. Домой, сейчас буду готовить тебе свой любименький завтрак. Макароны, яичницу, только она снизу подгорела, а тут чуть не дожарилась. Мне кажется, самое красивое это чай. Вот. Мой завтрак. Еще огуречек нарежь себе. Сижу. Печатаю. Трясется эта штука. Я распечатала своего одноклассника. Это подруги. И свою игрушечку распечатала. Это моя игрушечка Алиса. Еще Даша печатать. Но потом покажу вам, как я буду собираться в школу. Ходила в магазин, купила вот такие конфетки. Сейчас я буду уже собираться в школу. Портфель я уже собрала. И, ну, сейчас буду одеваться. Он только что. Там Даша смотрит ролик по линии. Новый, кстати. Вон Полина заплетается. Не знаю. Шестой же был. В принципе, собой. Я сейчас иду в школу. Вон там Полина снимает тоже. Вот Даша. Идем в школу. В школе буду вам там снимать. Сейчас чуть-чуть засниму дорогу. Тут вон Полина и Даша идут. Подходим к школе. Полина, Даша разговаривает. Идем. Заходим. Сейчас был инглиш. А сейчас будет русский, да. Была история Беларуси, и мы идем в столовку. Одноклассник рот заклеил, другой одноклассник. Ну и одноклассник. Нет, после Софии. Сейчас я, короче, сижу на белом месте. Я, конечно, не разрешаю с телефона, но она сейчас проверяет домашку. У нас домашка была слишком грубая. У нас, короче, была домашка нарисовать дерево семьи. Сейчас сижу тут. У меня уже проверили. Мне поставили 9. Сижу тут такая веселенькая. Здесь только можно побыстрее.
Сижу, короче. Бесплатный, даже лайк не буду давить. Тут Рома пытается в меня, дай-ка. Я похожу по мне. Столичку, столичку. Я иду домой, у меня кончился школьный день. Тут очень много детей. Пришла домой, мы еще проводили нашу подругу Дашу, ну, то есть Полинину. Это, ну, сейчас уже пришли домой, я буду переодеваться. Уроки мне делать не надо, потому что сегодня пятница, и сделаю их в воскресенье, потому что сейчас я уже устала и не хочу. Уже опять переоделась, ну, уже в дом. Ну, не в домашнюю, короче, я уже переоделась в одежду не школьную. Что-то тут камера. Ну вот, и сейчас пойду готовить себе ужин. А вы вместе со мной. Сейчас буду думать, что мне приготовить. Покушать. Шуфлядка отодвинулась. Привидение. Так. Надо бы подумать, что мне приготовить. Ладно, пока я буду думать, пока что тоже подумайте вместе со мной, если хотите. Решила поесть кашу. Не помню, как она называется. Будем накладываться. Попробовала кашу. На вкус она такая какая-то прикольная. Необычненькая, ну вот это вкус какой-то каши есть, но какой именно, я не понимаю. Вот каша моя стоит. Будем кушать. Ням-ням. Я уже сходила в душ, покушала, сейчас буду ложиться спать. На этом я заканчиваю. И вы были на канале My Life. И всем пока-пока!